Ну вот. Это самое. Значит, вы сейчас сделали упражнение хорошее. Все эмоции у вас вышли? А теперь вы попробуйте все сделать то же самое, взять человека, ограничить, но чтобы не было махания руками, ударов там, еще что-то. Да? Вот, ну, например, с Иваном будем, вот его будем, ну, как бы, ограничим его в движении. Держи. Подойди к нему, так встань. Бывает, что надо своего включить. Своего? Своего друга. Друзья. Потому что он идет и такой. Спит на ходу. Ну, вы поверьте, я служил в спецназе, и там тоже так бывает. Вроде все готовы. А когда вот что-то. Не включить никак человек. И тогда вот так ну попробуйте. Это самое. Значит, вы сейчас сделали упражнение хорошее. Все эмоции у вас вышли? А теперь вы попробуйте все сделать то же самое, взять человека, ограничить. Ну, чтобы не было махания руками, ударов там, еще что-то, да? Вот, например, с Иваном будем, вот его будем, ну, как бы, ограничим его в движении. Держи. Подойди к нему, так встань. Ну? Ну, да.
Зачем человека мучить, да? Да, не годно, не только занимался. Держи покрепче, чтобы не вырвался. Так, акура, его мама, тянку его сайт на деньги. Ну, например. Так же сзади подходите? Где? Твоя ночь не подходит. Иван, давай пойдем. Очень сложно, ну, как бы, работать вместе. И бывает так, что человек плохо реагирует. Тогда вы берете вот так своего человека. Ой, и все, видите, он делает все, что надо. Бывает, что надо своего включить. Своего? Своего друга. Поверьте, я служил в спецназе, и там тоже так бывает. Вроде все готовы. А когда вот что-то не включить никак человек, и тогда вот так ну попробуйте. Не знаком с этой ситуацией. Человек там махает руками что-нибудь, да? Так подходит. Не обязательно, чтобы человека бить сильно. Сколько?